Раньше был оружейный завод. Нельзя этого допустить. Перехвачена трансляция врага. Перехвачен радиосигнал врага. Черные бивни уже успели там окопаться. Вышибить их будет непросто. Подкрепление! Срочно требуется медицинская помощь. Агент! Агент при смерти. Система неисправна.
Система активна. Система урезана. Есть, вижу! Состояние критическое. Система восстановлена. Замечена местная сеть. Есть что-нибудь? Проверяй все терминалы и ноутбуки. Чем больше разведданных на Бивне мы нароем, тем лучше. Выявлено серьезное ранение. Агент выбыл из строя. Агенту нужна помощь. Цель вижу. Система неисправна. Система активна. Система урезана. Обнаружено асимметричное шифрование. Обхожу защиту. Раз зашифровано, значит что-то важное. Готово. Срочно требуется медицинская помощь. Соединение удаленно разорвано. Черт, они отрубили терминал.
Человечество наблюдает за планетами уже тысячи лет, но только сейчас мы начинаем приоткрывать их тайны. Земля. Третья планета от Солнца. Воздушная мина! И до сих пор нам неизвестно, на которой существовала бы жизнь, подобная нашей. Пленных не брать! Но неразумно было бы полагать, что среди бескрайних просторов космоса наша маленькая планета окажется неудобным местом, пригодным для жизни. На Марсе когда-то были огромные океаны. На Земле разнообразие космических элементов таково, что их источник мог быть только взрыв вертолёта. Ни одно другое космическое тело в нашей Солнечной системе не приютило жизнь, но возможно, что и на нашей планете вся эволюция от одноклеточной амёбы до разумного человека началась с гибели звезды. Пошла граната! Состояние критическое. Вижу цель! Принято. Отходит бойца со щитом! Быстро! Агенту нужна помощь. Агент без сознания. Начинаем приоткрывать их тайны. Наш дом. Контакт! И до сих пор на котором существовала бы жизнь. Выявлено серьезное ранение. Агент при смерти. Элементов таково, что их источником мог быть только взрыв сверхновой. И пусть ни одно другое космическое тело в нашей Солнечной системе не приютило жизнь, возможно, что и на нашей планете вся эволюция от одноклеточного одноклеточного человека началась. Срочно требуется медицинская помощь. Удар! Противник из гражданских. Вашу группу покинул один из агентов. Система неисправна. Система работает. Young
Ничего не вижу. Кроме того, на поверхности Марса были найдены минералы, которые могли образоваться только в водной среде. Сегодня вода на Марсе существует преимущественно в виде льда на Северном полюсе, хотя небольшое количество есть и в атмосфере, а также соленокосное побережье. Нейтрализуем противника! В вашу группу вступил новый агент. Обнаружен сетевой сигнал. Многообещающе. Данные повреждены. Черт, надо продолжать искать. Будет терминал. Разберись с этими уродами. Посмотрим, что тут есть. Система урезана. Сейчас буду. Система восстановлена. Система неисправна. Сервер вырубили, но найти его стоит.
Отмена форматирования. Остаток данных 0,7%. На всякий случай я скину нашим технарям то, что мы получили. Музей зачищен. Отлично. Надеюсь, полученные данные нам хоть чем-нибудь помогут. Капитолия. Надо действовать быстрее, пока они там не закрепились. Удачи, агент. Рядом контрольная точка противника. Агент покинул группу. В вашей группе новый агент. В здание только что прибыл высокопоставленный офицер черных бивней. Кажется, именно он будет руководить их операцией. Тогда это и есть твоя цель, агент. Зачисти сектор, а главное, нейтрализуй офицера черных бивней. Состояние критическое. Я пустой! Заряжаю! Я к пулемету! Прикрывай! Птичка пошла! Срочно требуется медицинская помощь. Агент без сознания.
люблю свою работу. Части здания расположились основные силы противника. Понял. Пора зачистить южное крыло. Система урезана. Вижу. Система активна. Кину порва. Видишь кого?
Черные бивни разместили оборудование на крыше. Его нужно уничтожить. Неисправно. Система работает. Выявлено серьезное ранение. Требуется медицинская помощь. Агент при смерти. Агент ранен. Нужно спрятаться! Хорошо, продолжай.
Продолжение следует...